с вами находимся, знакомит с деятельностью Министерства по чрезвычайным ситуациям. Здесь у нас представлена боевая одежда пожарных, средства защиты, часть, посвященная гражданской обороне, часть, посвященная государственной инспекции по маломерным судам, модели пожарной техники и, конечно же, особое внимание мы уделяем пропаганде пожаробезопасного поведения, обучению населения. Здесь у нас представлены первичные средства пожаротушения, всем нам хорошо известны огнетушители, автоматические системы пожаротушения. И большая часть экспозиции уделена правилам пожарной безопасности, где представлены основные правила пожарной безопасности в быту, те предметы, с которыми связано возникновение пожаров, и подлинные вещи, которые стали причиной пожаров. Здесь перед нами зал, посвященный развитию системы местной противовоздушной обороны, гражданской обороны, ну а затем Министерства по чрезвычайным ситуациям. В зале экспонируются подлинные вещи, начиная с 30-х годов 20 века. Ценнейшие для нас подлинные мундиры руководителя местной противовоздушной обороны в годы Великой Отечественной войны генерала Лабуткина и основателя нашего музея Бориса Ивановича Кончаева. Здесь же, в этом зале, у нас проводятся тематические занятия, посвященные обороне и блокаде Ленинграда. Тематические занятия называются «Блокада, я полку пожарным». Мы с пришедшими ребятами читаем дневники пожарных, которые защищали наш город в годы Великой Отечественной войны и блокады. Смотрим на те события глазами очевидцев, знакомимся с блокадными карточками. Можно самим взять в руки подлинные щипцы времен Великой Отечественной войны и попытаться справиться с зажигательной бомбой. То есть на наших занятиях детки делают то, что делали их сверстники не одно столетие назад. Можно познакомиться с подлинной формой и ощутить себя на несколько минут причастником, соучастником тех событий. Зал знамены продолжает экспозицию. В нашем музее достаточно большой и обширный знаменный фонд. С определенного периода было принято решение об открытом хранении знаменного фонда. Знамена разделены на несколько блоков. Самый ценный для нас – это знамена подлинной Великой Отечественной войны. Перед нами знамя, которое получила пожарная охрана Ленинграда как лучшее подразделение НКВД на параде на Дворцовой площади в 1942 году. И знамя Комсомольского противопожарного полка, подразделение которого было создано уже осенью 1941 года, и студентов, и старших школьников в помощь регулярным частям пожарной охраны. Знамена традиционно для советского периода, призывающие к свершению в труде, знамена соцсоревнований и сохранившиеся выездные знамена Петербургской пожарной команды, традиционно у каждой части было свое выездное знамя. Также ценнейший экспонат нашего музея – часы, которые сохранились с конца XIX века. Мы помним, что мы в старинной пожарной части. В конце XIX века все пожарные части и полицейские участки по распоряжению городской думы были снабжены подобными часами.
В некоторых пожарных частях по сей день они сохранились. Знаменитая петербургская фирма «Винтер Часовая» выпускает их. И, как мы с вами видим, по сей день часы ходят и отсчитывают минуты профессиональной пожарной команды города. Сделайте милость, доложите преподробнейше, что у вас в Новосильевском приключилось. Телеграфируют, что население в необычайном волнении. Центр города в каком-то странном тумане. Ваше превосходительство, имею честь доложить, на Медне вышел некоторого рода казус, так сказать, недоразумение. В 3:30 ночи с каланчи веренной мне Васильевской части был замечен столб совершенно белого дыма. Ваш покорный слуга сразу же принужден был подать номер 2 и номер 3. Однако, по прибытию на остров Голодай, утвердились мы собственными глазами, что горел один из погребов складов с жестяными коробками с фосфором. Так, ну и далее? Прибыло 5 частей, Анатолий Петрович, однако вскоре увидели, что без надобности были отпущены. Мною была оставлена только паровая машина Васильевской части, которая изливала погреб, пока весь фосфор не выгорел. Понятно, что выделяемые при этом пары и дым столь обеспокоили городскую публику и вызвали разного рода переступы. Ну что ж, так и доложу императору. В данном гараже представлена линейка автомобилей ГАЗ. Первый автомобиль довоенное производство. Производились они с 1932 по 1940 год. Автомобиль ГАЗ АА довоенного производства является насосом, так как запас емкости у него всего лишь 140 литров. Оборудована полноценная кабина для водителя и начальник караула. Личный состав также выезжает на лавочках, придерживаясь за ремни безопасности, чтобы, соответственно, на скорость не свалиться с места. Машина оборудована также запасом лестниц. Машина имеет в комплектации лестницу, трехколенку, штурмовка, забирные рукава для подачи воды из открытого водоема. Также есть рукавные катушки, на которые намотаны рукава, при помощи которых идет тушение пожара непосредственно. Различные отсеки для пожарного оборудования располагаются под сиденьями и внизу для более крупного инвентаря. Насос у данного автомобиля, как и у всех автомобилей, располагается сзади, с помощью которого, соответственно, подают воду из емкости, но так как воды там мало, есть заберной патрубок, с помощью которого забирают воду из водоема либо из пожарного гидранта. Следующий автомобиль из линейки ГАЗ на базе ГАЗ-51 автомобиль автосистема ПНГ-6, имеет емкость уже на 1000 литров, располагается сзади полноценная кабина для личного состава. Наверху уже есть пеналы для заберных рукавов, также оборудована и вывозит с собой лестницы, трехколенку, штурмовку. Различные имеют отсеки, уже привычные нашему взгляду, для хранения пожарного оборудования. Насос также располагается сзади автомобиля. Данный автомобиль относится к основным, так как он вывозит людей, вывозит средства пожаротушения, воду и небольшой запас пенообразователя. Ну и также различные оборудования, нужное для тушения пожаров. Следующий автомобиль также на базе ГАЗ-51, называется АЛГ-17, 1965 года производства данная модель. Автолестница гидравлическая, 17 – это длина выдвижной стрелы лестницы. Автомобиль специального назначения используется только для того, чтобы прибыть на место пожара,
установиться и выставить стрелу к месту пожара. Помочь либо спуститься пострадавшим, либо подняться пожаром для тушения пожара на высоте. В данном гараже представлены конные ходы. Пожарные, как и все, выезжали на повозках с помощью лошадей. Представлена повозка для личного состава, телега с лавочками, где выезжали пожарные, которые принимали участие в тушении пожара. С левой стороны от нее представлена повозка с бочкой, это первичный запас воды, и насосом для того, чтобы эту воду перекачивать на тушение пожара. Также имеется забирной рукав, чтобы воду забирать из водоема, так как бочка имеет ограниченный запас воды. Все варианты ручных насосов. Один из насосов Лангезиппен является забирным. С одной стороны подключается забирной рукав, с другой стороны подключается уже рабочая линия. Также у нас есть переносная пожарная труба начала 20 века, полностью восстановленная, уже современными полугайками, используется на различных детских мероприятиях для перекачки воды и тушения импровизированного пожара с помощью детей. Также у нас есть одна из первых конических пожарных лестниц начала 20 века. Она состоит из 5 колен, она раскладывается и, соответственно, поднимается с помощью рулевого колесика. Можно подвести ее в определенному окну, чтобы было удобно пожарным подниматься, тушить пожар, либо помогать пострадавшим покидать горящие помещения. Также у нас представлены различные пожарные стволы. Ручной шансовый инструмент. Также у нас представлен один из первых пожарных автомобилей. Называется он АМУР-15, 1927 года производства. Данный автомобиль имеет кабину для водителя, сиденье для личного состава. Наверху идет транспортировка лестниц трехколенной штурмовки. По бокам располагаются рукавные катушки. Насос также располагается сзади. Данный автомобиль является автонасосом, так как он не перевозил с собой первичный запас воды. Всегда по прибытию на место пожара он устанавливается на открытый водоисточник, либо на пожарный гидрант. Здесь у нас представлен автомобиль ГАЗ-13 1967 года производства. Автомобиль оперативный для руководства. Следующий автомобиль АЦУ-20 из линейки ГАЗ-51. Имеет кабину для водителя и только бочку для транспортировки воды к месту пожара. Ну, также имеет насос для подачи этой воды. Также довоенный автомобиль ПМЗ-1 ЗИС-11 производился с 1935 по 1941 года. Металлическая кабина для водителя и начальника караула и деревянная настройка для личного состава. Имеет емкость для воды на 360 литров и запас пенообразователя 100 литров. Наверху также располагаются лестница трехколенка, штурмовка, лестница палка. И также забирные рукава для забора воды из водоема
либо подключение на водоисточник, пожарный гидрант. Следующий автомобиль, связи освещения на базе ЗИЛ-164, производился с 1950 по 1960 года, является перевозной станцией АТС для обеспечения связи различных участков пожаротушения на крупных пожарах. Также перевозил с собой большой запас осветительных приборов для освещения места пожара либо штабного участка в темное время суток. Автомобиль ЗИЛ Сайдос на базе ЗИЛ-131, навесное оборудование и общая конструкция автомобиля французской фирмы Сайдос. Данное автомобиль было произведено всего лишь 2 штуки для обеспечения пожарной безопасности и охраны порядка на проведении Олимпиады в Москве 1980 года. После Олимпиады данный автомобиль один приехал к нам в Ленинград, работал недолгое время в пожарном подразделении, а второй автомобиль уехал во Францию на завод Сайдос. Масса воды на 2700 литров и пенообразователя на 250 литров. Удобен по своей, скажем так, функциональности тем, что управляется водителем, не выходя из кабины, насосом, ну и также можно с помощью джойстика управлять лафетным стволом, также не выходя из кабины. Посадка личного состава по 2 человека с каждой стороны. Обеспечивает быстрый сбор на место вызова и также быстрое боевое развертывание. Также у нас представлен автомобиль Фарго на базе Крайслера. Автоцистерна. Автомобиль американский, так как насос располагается для нас непривычно спереди. Помимо автомобилей, у пожарных есть еще и мотоциклы, с помощью которых можно в сельской местности доехать быстренько до места пожара. Дознавателям, либо инспекции проехать по маршруту населенного пункта с профилактическим рейдом. Также некоторые устанавливали в люльку небольшие мотопомпы, что позволяло забирать воду из водоема и, в принципе, оперативно приступать к тушению пожара. В данном гараже вы можете увидеть мультимедийную картину пожара на нефтебазе в городе Кириши, 1986 год. Также у нас представлены автомобили, которые участвовали в ликвидации данной ЧС. ЗИЛ-130 автоцистерна, ЗИЛ-131 автолестница и ЗИЛ-130 АНР автомобиль насосно-рукавный. Вторая мультимедийная зона представляет собой небольшой мультипликационный ролик пожара, который произошел в доме Мертенса в 1987 году. И также здесь представлены у нас автомобили, принимавшие участие в ликвидации данного пожара. Автомобиль АГ, автомобиль газо-дымозащитной службы и автомобиль ГАЗ-53 автоцистерна. Также вы можете увидеть различные формы одежды того времени. Это звонок.
указываемой защитной службы. В конце экскурсии дети могут присесть на пуфики, посмотреть небольшие мультики, как вести себя во время пожара.